Ремонты начались и в городских учреждениях соцкультбыта. Так, в единственном клубе в дальнем СМП «Магистраль» в этом году будет завершен ремонт внутри здания. Интересную задумку клубных работников караоке-бар в дирекции муниципального заказа обещают воплотить в лучшем виде с красивой отделкой и хорошим оборудованием. На эти цели в городском бюджете предусмотрено около 29 миллионов рублей. Правда, этих денег не хватит для того, чтобы в порядок привести еще и внешнюю часть здания. Так что с фасадом, как минимум до следующего года, придется повременить. Но зато магистраль наконец начнет функционировать не в ремонтном режиме, как все последние годы, а в полном объеме. Примерно такая же ситуация и во дворце молодежи или старом клубе «Газовик». Здесь тоже весь фронт работ развернут внутри. Но зато после многолетнего простоя оживет та часть здания, где расположен зрительный зал и сцена. Работы во дворце уже начались, и бюджету они обойдутся в 19 миллионов рублей. Там мы вентиляцию будем выполнять, электрику, отделочные работы. Там у них этот актовый зал со сценой хороший. Они, можно там фильмы показывать и ребятишкам заниматься.